Ну что ж, всем, собственно, большой привет, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я Дезертир. Мы продолжаем записывать прохождение Mass Effect 2, и мы направляемся на станцию Атлас. Вот такие вот дела. Станция Атлас находится, соответственно, у того водопада, насколько мне не изменяет память. Вот тут она вот находится, если быть точными. Там, где мы нашли один из данных Цербера. Ага, все-таки она вот здесь вот. Ну что ж, берем с собой, как всегда, наших друзей. Как красиво выглядит Шепард. Мне прям нравится. Так, ладно. Криопатроны, по-моему, да, у нас. Это потом понадобится. Там пока не очень надо. Так, что у морды? У морды ничего. У Гаруса тоже ничего. По оружию я доволен, поэтому поехали. Ага. Знаете, что самое интересное? Сейчас мы узнаем, что Арчер был, ну, скажем так, не такой уж и скотиной. В кавычках. Не дают нам... Не ори на меня! Не дают нам пройти куда-то, типа вот сюда. Типа, ты будешь идти только туда, куда я тебя веду. Что ж, я на самом деле не против идти ровно туда, куда он меня ведет, потому что я знаю, что... Ну, в общем, сейчас все увидите сами. Просто там есть кое-что, чего вы пока не знаете, но я, к сожалению, это помню. Ладно, сейчас сами все узнаете. Спойлерить, как говорится, не буду, ибо дело я это не люблю. Здесь мы можем посмотреть, что там довольно глубоко на самом деле, но... Окей. Мы находимся на втором уровне как раз-таки. Где-то примерно сюда и будет прибывать сейчас этот лифт. We've been spotted. Resetting elevator. Resetting elevator. Mm-hmm. Arriving at level 2. Так. Почему на седьмой уровень не хочет, сволочь, ехать, я не помню. Resetting elevator. Arriving at level 2. Так. Я уже забыл, что здесь делать. Ладно, сейчас сообразим. Arriving at level 5. Так.
Нам нужно на седьмой. На седьмой. Что бы нам такое нажать? Стоп, а что там можно использовать? Arriving at level 4. Ага. Он меня, короче, запутал все кнопки, сволота такая. Где-то здесь есть конкретная кнопочка, которая отправит лифт на нужный нам этаж. По-моему. Arriving at level 6. System malfunction. Ага. Resetting elevator. Так. Сначала сюда. Arriving at level 3. Arriving at level 2. Uh-huh. Arriving at level 5. Arriving at level 4. Arriving at level 7. Ну, наконец-то. Оу. Какое-то плохое наконец-то. Not a problem. Heading to cover. Плохое наконец-то, очень плохое наконец-то. Firing a high impact shot. Watch for drones. Enemy combat drone. Так. Надо Прайма убить этого. Пошел ты. Так. Ладно, сойдет. Блин, ну это было опасно. Меня опять чуть не убили. Так, в принципе, всегда, правда, но... Так, перезаряжаемся. Берем опять стандартное оружие. Наши ребята выжили. Сохраняем. Понятно. Please contact facility support. This elevator is not in service. Please choose another. Smoke detected. Please extinguish all cigarettes. This is a non-smoking facility. Taking fire. Heads up! В общем, с нами немножко поиграли. Ну, поняли. Так. Ладно, сохраняемся. Пока что мы можем еще сохраняться. Warning. Decelerator offline. Serious injury may occur. Ага, существует опасность аварии, все дела. Ну, ничего хорошего, короче. Так, начать взлом. Ты. Так, походу я, кстати, те компьютеры пропустил таким образом. Лоханулся, простите. Ну ладно. Как уж есть теперь что. А он шутник, да? Ладно. Доступ к консоли ВИИ. Get ready. Don't be surprised if this button summons a Reaper.
Эта кнопка не вызвала жнеца, но она сделала кое-что похуже. Ну что ж, давайте посмотрим глазами. Если я правильно помню... Понял, точнее, простите. Он сказал make it, make it stamp. Ну, типа, заставьте это остановиться. Как вы меня достали-то, а? Так. Не, мне нужны, пожалуйста, патрончики от дробовика. Остальные патрончики можете оставить при себе. Make it stop. Мы сейчас видим все глазами кого-то. Пока мы не знаем кого, чего, но... Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. Time on this project is running out. There are no options left. How to get the guests' attention? The robot says hello. Eureka, David. You're a miracle worker. Ну, вы поняли, да? Робот говорит привет. Так, что это за возмущение? David, I want you to order the Geth to take a step forward. How does he do it? David is a mathematical savant. His autistic mind can interpret the Geth language at its most basic form and mimic their phonetics. With his photographic memory, cross-referencing the meaning as a snap. He's literally a human computer. And you think he can interface with the Geth's neural network? I do. Is that even safe, Doctor? I see no harm in finding out. Как вы слышите, по-моему, что-то пошло не так. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. David, can you repeat my notes from Thursday's experiment? Square root of 918.09 is 30.3. David, please pay attention. Loud. It's getting loud in here. I'm sorry, you didn't deserve that. Would you mind repeating my notes from Thursday's experiment? Log 137.3. The experiment yielded no discernible patterns of Geth obedience. End dictation now, David. Hell, the elusive man will have my head for this. Thank you. And how are you feeling today? Square root of 924.16 is 30.4. Earplugs would be good. Ну, поняли. Ну что ж, мы вот там видим... некий узел гетов. Мы пока не понимаем, как туда пробраться, правда говоря. Точнее, почему не понимаем? Понимаем. Тот момент, когда у тебя... А, черт. Мне жопа. Мне жопа, простите, пожалуйста, мне жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо. А, нет, все нормально. Минус. Я не виноват, что они по мне стреляют. Вставай, гад. Так, отлично. Забираем патрошки. Перезаряжаемся. Бежим чуть вперед. Сохраняемся. Собираем новые патрошки.
Так, 2,5 капельки. Соединение свои. Так, ладно, пока мы там не будем ничего делать, давайте здесь еще оглядимся немножечко. Может, здесь что-то интересное все-таки есть? Нет? Видимо, нет. На всякий случай сохраняемся. Сохранить. Ну что ж, что нас здесь ждет? Управление лифтом. Посмотрим заранее, есть ли здесь что-нибудь еще. О! Комплектующие, замечательно. Что-нибудь еще? Да, отлично. Еще что-нибудь? Да, очищенный палладий. Вот видите, полезно иногда побегать вот так и просто попытаться что-нибудь пособирать. О, потрошки. Подъемник, простите, перегружен? Так, мне тут геты разные не нужны. Кышуйте отсюда. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, зря использовал эту штуку, но... Знаете, почему бы и нет, в принципе. Короче говоря, нам нужно будет его сейчас... потихонечку убивать, но я не помню как. Ага, вон эта штука. О, да. Отлично. Так, где следующая гадость? Соединение потеряно, блин. Так, давайте-ка переключимся вот в эту фигнюшку. Да твою налево. Ай. Так, а чем бы мы его могли бы так вышибать бы получше? Вот-вот. Плюс в том, то, что нам не нужно на самом деле убивать здесь гетов.
Нам всего-то достаточно уничтожить вот эти светящиеся шары. И геты сами исчезают в этот момент. Так, секундочку. Ну да. Йента очень-очень весело. Надо как-то все здесь убирать, уничтожать. О. Твою мать, ну! Да, собака. Так, ну. Пошла вон. I'm begging you, don't do anything rash. Rash? Like forcing your own brother into an experiment? I know how this must look, but I never intended any harm to come to him. You must believe me. It's not like I planned this. It was an accident. Seeing David communicate with the Geth, it all seemed harmless. And before you knew it, you were running your own private hell. I had no choice. The demands were incredible. The elusive man doesn't broker failure. Any war we fight with the Geth will be bloody. I was asked to find a way to avoid that. And how many have already died for this project? More souls than will ever forgive me. But I won't apologize for radical ideas. If my work spares a million mothers mourning the loss of a million sons, my conscience will rest easy. Look at him. Your brother will never be the same. The damage may not be permanent. He might recover some semblance of his mind. Cerberus will never leave him alone. Your brother will always be a lab rat. But a well cared for lab rat. At least he'd still be alive. So you'll sacrifice your brother's happiness for your own ambition. Square root of 906.01 equals 30.1. What I've done to David is unethical. If he dies, it's unforgivable. Let me take care of him. Please. Quiet. Please. Make it stop. I've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it here. I'm taking him away. No, leave him! He's too valuable!
You even think about coming after your brother, and this bullet will be waiting for you. Then we'll see who's valuable. Where will you take him? Grissom Academy. They can help special cases like David. Minus the torture. Joker, contact the Academy and let them know we've got someone who needs their help. Aye, aye, Commander. The elusive man can fire me if he doesn't like it. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Вот такая вот специфическая концовка, дорогие друзья. Ладно, вышедший из-под контроля ВИ уничтожен, подопытный переправлен в более безопасное место, неподконтрольное Церберу. Несмотря на то, что подобное решение означает шаг назад для Цербера, исследования доктора Арчера могут перейти в более безопасное русло в попытке решить проблему управления гетами. Получено 250 очков опыта, также жесткое укрепление кожи. Кибернетическое улучшение, ваш уровень здоровья возрастет на 20%, это будет очень круто. Финансирование Цербера получили 15 тысяч, найдено Палладия 2 тысячи, закрыть отчет. Вот такие вот дела, мои дорогие друзья, вот такие дела. Что ж, мы видим, что некоторые люди в погоне за чем-то важным для них не замечают ничего вокруг. И идут на довольно-таки опасные шаги, которые вредят их близким. Вот такие вот дела. Ничего хорошего в этом, собственно, нету. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем пока и удачки. Рад был вас видеть. Пока-пока.